Наша землячка в числе победителей. Учитель родного языка и литературы из Карачаева-Черкесии Марьям Чачаева стала лауреатом первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2024», который состоялся в Казани. Педагоги, участники конкурса, продемонстрировали свои профессиональные компетенции жюри и учительскому сообществу, а также провели открытый урок родного языка и литературы для школьников. Победители прошли во второй тур, и среди лучших наша Марьям Абдулова, которой уже сегодня предстоит побороться за звание лучшего учителя родного языка и родной литературы 2024. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил нашу землячку и пожелал ей удачи во втором туре. Уверен, что профессионализм, любовь к выбранному делу и к своим ученикам непременно помогут Марьям Абдуловне в конкурсе.